getting harder. You turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. Ребята, всем привет! Мы приехали сегодня на выходные в город Бохум. Мы ночуем у Фабиан дедушки дома. Тут еще мы наверху на самом, ну, в нашей гостиной комнате, где мы всегда ночуем. И тут такой вот плохой свет. У нас 18:20 вечер, но уже так все полностью темно. Мы приехали сюда, конечно, навести дедушку. Завтра мы его придем навещать. И также у нас сегодня вечером куплены карты на мюзикл Starlight Express. Я там еще не была. Мы такие же карты, эти же карты подарили Лене на день рождения, ну, чтобы с ней вместе съездить. Фабиан там уже, наверное, 8 раз был или что-то такое, потому что, ну, когда раньше они приезжали в Бохум, они часто туда ходили, и также он ходил со своим классом в мюзикл, ну, и вот сейчас решили все вместе туда сходить и посмотреть, какой мюзикл, но он говорит, что ему очень нравится там. И также это один из таких самых популярных мюзиклов в Германии. Я не знаю, с какого года этот мюзикл уже существует, но он долго уже существует. Ему, наверное, уже 30 или 40 лет, может быть, этому мюзиклу. Поэтому обязательно нужно пойти и посмотреть. Это кто такой тут идет? Кто? Мафиози. Микрофон. Микрофон. Да. А мы сейчас пришли тест делать. Делаю тест здесь, в больнице. Смотрите, какие люди, каких людей тут понаставили. И наверху тоже еще фигурки стоят. Сейчас в парк зашли. Видите, вон там вдали, я не знаю, это видно или не видно, белочка. Это белочка что-то кушает. А, сейчас она убежала. Классно. Первый раз так вижу, что белочка кушает. Я еще никогда не видела. Да. Здесь сейчас идем по такому парку. И здесь есть еще такая вот детская площадка. Очень красивая. Ну, интересная площадка, потому что здесь разные домики. Там можно где полазить. И здесь тоже рядом такое место есть, мини-гольф играть. И вот на этой площадке был Фабиан всегда, когда раньше маленьким был, его сюда всегда водили. Ну вот, много места здесь, ну, где мы живем, у нас таких больших площадок я еще не видела. А здесь она прям такая большая, тоже ухоженная, ну, прям хорошая площадка, хочу сказать. И туда, если дальше пройти минут 7, и мы уже, получается, там, где живет или жил раньше Фабиан дедушка. Бохум упаковка, кстати, еще €60 стоит. Вот. €60. У нас, где мы живем, уже 2.50-2.70. Это все стоит. Да? Что? Гюнстих? Да, мы сейчас пришли в город немного тут прогуляться, посмотреть. Ну, в городе я то, что. В городе я уже тоже несколько раз бывала, но не хочу прям сказать, что это какой-то такой вот классный город. Но здесь зато, знаете, что, чего много? Здесь много таких вот всяких булочных. Сейчас вам. А давайте посмотрим, сколько тут стоят дома. А потом расскажу, что тут есть хорошего. Например, здесь дом. Его в 2016 году реновировали. 880 162 квадратных метра. Но дом, видите, уже получше такой.
А затем вот такая вот квартирка, ну, которая с лестницей, наверное, ну, на второй этаж поднимается. Хайцунг ей сделали в 2016 году, газ хайцунг, ну, отопление. 262 576 квадратных метров. Хочу сказать, это еще дешево. Правда, еще дешево. Здесь, смотрите, дом. А он в Дюйсбург, не в Бохум самом, а в Дюйсбург находится. 164 тысячи квадратных, 400 метров площадь, ну, сада за 635 тысяч. Что еще тут интересного есть? Квартира, а это дом. Дом, несколько тут квартир. Что тут интересного? Почти за 1 576 567 жилой площади. Где, да. И вот еще, а это Датлин, это уже какая-то деревушка за 3,5 миллиона почти тысячи квадратных метров. Вот такую виллу купим себе. Где эти 3,5 миллиона взять? И здесь еще квартира за 165 900, 53 квадратных метра. Построили эту квартиру в 96 году. Смотрите, какая вкуснятина здесь продается. Смотрите, какие торты высокие, вот такие пироженки. Очень вкусно все выглядит. И вот какой-то как бы блин такой заварной. Интересно выглядит. Смотрите, иду просто сейчас смотрю, думаю, куда нам пойти. А здесь, кстати, уже домики ставят. У нас уже в городе начали недели две тому назад ставить. Я тут только что. Смотрите, иду, думаю, хочу. А вот еще красота какая. Хочу в Текомакс, тут вижу Текомакс, говорю сразу, пойдем в Текомакс, хочу посмотреть тут какой выбор. Что? И вот они наши, двоюродные. Понятно. Да, я говорю, хочу в Текомакс быстро зайти. Здесь много также разных всяких каких-то магазинчиков, вот всякими вот такими вот рождественскими аксессуарами, рождественской тематики. Мы сейчас зашли в магазин «На-на-на», и в том году я там покупала такие вот маленькие игрушечки, тоже когда-нибудь вам покажу, когда елку буду наряжать. Я не знаю, сколько они там, копейки стоили. Сейчас вот эти игрушечки стоят 1,5 евро уже, представляете? И вообще я зашла посмотреть, ну, какие игрушки есть, и все начинается от 4 евро. Вот вообще в этом году цены на вот такое все еще больше подпрыгнули. Сейчас зашли себе вот такую вот еду, купили здесь хумус с хумусом и с майонезом, 5,80 стоит. Просто хумус 3 евро стоит. А у тебя что? Вкусно? Или нет? Да. Сколько стоит? Ой, не знаю, 20 или 10. Нет, 2,50 стоит, да. Ну, ручей тут будет. А у тебя что? Прям? А у тебя что? Ну, думаешь, вкусно будет? Может, пробуй, да. Говори. Сейчас очки мы оденем. Да? Вкусно? Сейчас это мое. И вот это мое. У меня все по отдельности. И без ничего. Я не люблю, когда на колбасе что-то наверху. Смотрите, какая красота наверху. Кукма Клаб. Я слышу лицей по уму. Вон там. Класс. Кукма Клаб здесь. И, наверное, оно вот так ездит. Смотрите, посмотрите. Вот оттуда получается и вот до сюда. Прикольно. И еще вот такая вот красота тут стоит. Ну вообще тут полностью они уже все поставили. Даже некоторые вот такие вот ларьки уже открыты. И да, уже можно там что-то покупать. Ну сейчас только вот шапки открыты. Что-то наступило. Шапками ларьки были открыты там с конфетками. А мы сейчас, я говорила, в Текомакс шли, зашла, там чего-то купила. Вот у Фабина полная сумка. Вот, покажи. Мы в этом покупали им 100 лет. Шмидт Майя. Это, а у тебя что? Ага. Да-да. А у тебя что? Да-да. Не надо стараться. Тут всякие вот тортики у нас. И вон там мы один раз, там такая кафешка есть. А мы там торты ели. Там очень классная кафешка. Не те. А нет, не тут.
я перепутала, я не здесь, вот в этом дне, вот вы как раз там сидели и смотрели на вот эту вот церковь. А еще хотела рассказать, что в Бохум много разных таких вот пекарей, которые пекут очень вкусные торты, всю вкусную выпечку. И также здесь очень вкусный хлеб. Мы сейчас, как говорю, купили хлеб, купили всякую выпечку, булочки. И за это все мы отдали почти 35 евро. Ну, там еще тоже, не знаю. Да, и тоже моим родителям мы хлеб привезем. Ну, короче, закупились по полной. Control it in my bones. I'm coming for the